Вот уже несколько десятилетий Афганистан является одной из постоянных тем глобальной геополитической дискуссии. Проблемы политической ситуации в Афганистане актуальны как никогда. Ведь нравится нам это или нет, события в Афганистане непосредственно затрагивают интересы безопасности стран СНГ в целом и Казахстана в частности. Вывод американских войск после 20-летнего присутствия в Афганистане, быстрая победа движения «Талибан» над правительственными войсками, захват Кабула заставляют мировую общественность задуматься, к чему может привести новый расклад сил в Центральной Азии. Давайте обратимся к истории. С началом перестройки советское руководство пересмотрело политику СССР в Афганистане и вывело войска. Можно ли сравнить современные события с тем, что произошло в Афганистане после вывода советских войск в 1989 году? Вопрос очень сложный. Вообще Афганистан – это сама страна, она создана из лоскутков. Там есть узбеки, пуштуны, таджики, дари, хазарейцы. Кстати, хазари – это остатки моголов. И сама история Афганистана, она это горная страна с такой неразвитой промышленностью. Она была и такой осталась, кстати, но очень богата ресурсами. И то, что вы говорите, то, что Советский Союз вводил, в 1989 году выводил, вся эта история. И к сегодняшней истории она имеет мало отношений. Она имеет мало отношений. Более того, даже то, что Америка, американцы вошли туда по приглашению, кстати, и ушли они оттуда добровольно, они не потерпели поражение, американские войска. И, на мой взгляд, Байден сделал очень серьезный такой геополитический ход. Зачем, деньги американских налогоплательщиков отдавать Афганистану, содержать режим какой-то. Зачем, американцев там, солдат американцев посылать? Там же все-таки редко или часто возникают такие конфликты. Америка оставила, Афганистан. Тем самым она, создает вывод американцев из Афганистана создает очень серьезную угрозу для Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана, Кыргызстана, тех стран, которые граничат с Афганистаном. Но в той же мере она опасна для самой России, кстати. Вот. Конечно, Талибан не обладает уже такой слишком грозной силой, чтобы, противостоять даже нашим войскам. Бояться их не стоит. Я думаю, что даже вооруженные силы Казахстана, я не говорю про совместные армии СНГ, они вполне решат проблему, если, Талибана начнут вторжение на территорию Казахстана. Здесь бояться не надо, абсолютно. Вооруженные силы Казахстана достаточно хорошо оснащены, чем, Талибан. Но, с другой стороны, уроки Талибана надо рассматривать в каком плане? Каким образом естественная власть, которая там была, Ашраф Агани, и которую поддерживали Соединенные Штаты Америки, так быстро пала? Буквально в течение месяца она пала. И я думаю, что здесь есть ряд очень таких серьезных вещей, на которые почему-то не обращают внимания европейские ученые. Да, по-моему, наши ученые тоже. Я слышал их анализ, он не очень глубок, на мой взгляд. Тут надо призумываться над такими вещами. Во-первых, кто такие талибаны? Это раз. Вторая – их численность. И третье, идеи, которые выдвигает талибан. И здесь, если мы посмотрим на идеи, которые выдвигает талибан, никто их толком не анализирует, они как раз направлены для простых афганцев. Борьба с коррупцией, борьба с иностранным засилием, контроль над Афганистаном, возвращение священных норм ислама. Вот. А афганское население – это 100% мусульманское население, причем довольно такого консервативного толка. И Талибан очень четко воздействовал на эти основные массы людей.
почему и, скажем, войска, которые поддерживали или должны были поддерживать Ашрафа Ганиева правительство, такими не оказались. Наоборот, войска, правительство войска, абсолютно большинство войск перешло на сторону Талибана. И вот даже Мазари-Шариф, который до конца сопротивлялся, там не столько правительство войска стояли, сколько полевые командиры. Дустум там, и ряд других полевых командиров, которые, значит, еще остались с советских времен, они там не сдавали город. Не из-за того, что они там, у них были проблемы с Талибаном из-за религии, из-за кого-то. Это была, так сказать, борьба за власть, борьба за контроль над территорией. По своему составу Талибан интернациональный. И очень молодой состав у них. Интернациональный в каком плане? Вообще Афганистан, как я уже говорил, афганский народ, нет такого единого народа. Они говорят на разных языках. У них даже религия разная у некоторых. Есть шииты, есть сунниты. И вот там узбеки, таджики, пушту, дари, значит, хазарийцы, они говорят, ну, многие из них, конечно, говорят на персидском наречии, но узбеки являются тюркоязычным народом, при этом у них есть довольно серьезное трение. Но что их объединило? Мне кажется, их объединила идеология. Эта идеология, она их сплотила, Талибан. Кстати, по численности войск Талибана было несколько раз меньше, чем правительственных войск. Вы знаете, их было намного меньше. Но они удержали убедительную победу, причем бескровную победу. Они многие города брали, не пролив ни единой капли крови. В том числе, по-моему, Кабул тоже был взят бескровным путем. И идеи социальной справедливости. Они кинули массу идей социальной справедливости, причем многие к ним потянулись. И эта идея, конечно, для Талибана была очень выигрышной, в отличие от правительственных идеологов, которые не сумели афганскому народу внушить что-то нечто цельное. В составе Талибана, если вот так посмотреть внимательно, не думайте, что там ходят одни бородатые, там такие вот рисовали, помните, образ Талибана, такого отсталого человека, который вот, с обрезанных брюках ходит. Среди них очень много людей образованных, причем среди них много людей образованных, получивших образование в Европе, в Турции, в арабских странах. Среди них много инженеров, среди них много людей, которые обладают современными технологиями. Вы представляете? Современными технологиями они обладают. Многие из них владеют, насколько я знаю, английским языком. И, естественно, они понимают всю англоязычную литературу, все эти переводы. Но их скрепляет, так сказать, не только вера в Аллаха, вера там шариат, да, и скрепляет то, что они как воины Аллаха, значит, пришли, чтобы установить справедливый строй на территории бедного Афганистана. Вот в этом их сила. На это почему-то мало кто обращает внимание. Они же взяли не силы оружия, а силы убеждения взяли многие города. К Талибану, я, как уже говорил, надо отнестись очень серьезно, особенно к их идеологии. И вот их влияние, скажем, талибов на сопредельные страны, в том числе на Казахстан, я не думаю, что она вот в ощутимом, там, в течение 5 или 10 лет могут быть ощутимы в Казахстане. Но это, они же говорят, вековые вещи о социальной справедливости. Кто знает, как в будущем все это выстрелит. Тем более, как я уже говорил, талибы сюда не прорвутся, но они могут наладить, скажем, информационные каналы. Они могут объяснять по каналам свои цели, выступать, поставить таких прекрасных ораторов, которые умеют убеждать народ, а среди них, я уверен, очень много таких. Потом, вы знаете, одна из главных, так сказать, программных задач талибов – это борьба с наркотрафиком. А наркотрафик, Афганистан был и остается одним из очагов наркотрафика.
И вот сами афганцы устали, видимо, от своего же, от своих же наркотических веществ. Более того, значит, талибы – это не изолированная сила. За талибами стоит Пакистан. 200 миллионов населения Пакистана. Пакистан обладает ядерным оружием. Пакистан имеет огромные военные силы. Они же в состоянии конфронтации с Индией. Вот. Поэтому, значит, я еще раз говорю, и с точки зрения организационной, идеологической, умения работать с людьми, не стоит на них махать, так сказать, не стоит на них, так сказать, не обращать внимания. Наоборот, мы должны очень внимательно к ним приглядеться. Как я уже говорил, значит, среди них очень много и образованных людей, и они довольно, так как я замечаю, довольно хорошо структурированы. Вот. Вторая задача, значит, талибы, которые были 10-15 лет назад, это одна сила. Тогда среди них было много каких-то этих молодежи, каких-то талибы, которые сегодня пришли к власти, я уверен, что они учли те ошибки свои. И сейчас они будут работать, они и так уже начали работать же с посольствами России, Китая, неплохо они работают, Пакистан тем более там. Вот. И современный талибан, он может, так сказать, повести более такую работу более высокого качества. Более высокого качества. Что это значит? Это значит установление дипломатических отношений с соседними государствами. Отказ, скажем, от агрессии. Потом, значит, и так далее, и так далее. Я просто, когда смотрю на... Арман, когда я смотрю вот передачу про талибов, вы знаете, что я вспоминаю? Вы не поверите. Я вспоминаю большевиков. В 1917 году, когда Россия, уставшая от войны, Первой мировой войны, да, обнищавшая от войны, которые сотрясали социальные конфликты, там были очень много таких недовольств, скажем, политики царя. И тут приходят большевики, кидают лозунги: землю крестьянам, заводы рабочим, свободы народам, автономии националам и так далее, и так далее. И вот в течение, вот Ленин не просто говорил, триумфальное шествие советской власти. Буквально, вы не поверите, в течение 5 или 8 месяцев большевики установили контроль над огромной Российской империей. От Москвы до Владивостока, вы не поверите. Я как профессиональный историк говорю, вы же тоже историк. И вот представляете, какие аналогии? Талибан также быстро завоевал Афганистан. Буквально в течение месяца они, так сказать, взяли под контроль все правительства Афганистана. Так же, как большевики. Но теперь, каковы будут дальнейшие события? Это мои прогнозы, пожалуйста. Мои прогнозы насчет Талибана, как я уже говорил, они довольно сделаны на научном, так сказать, на научном анализе. Я думаю, что в течение нескольких месяцев среди Талибана начнется борьба за власть между лидерами Талибана. Борьба за ресурсы начнется, несомненно. В истории часто так бывает. Была такая революция крестьян в Китае. Они долго дрались с феодалами, но когда пришли к власти, сами разбогатели, между ними началась борьба. Вот крестьян, тайпинское восстание, кстати, называлось. Она же потом выродилась в такое реакционное движение. И я думаю, что то же самое, конечно, будет с Талибаном. Они сейчас будут в течение нескольких месяцев делить власть, потом, значит, борьба за ресурсы, борьба за богатство. А в конечном счете между ними начнется огромный раздрай. Огромный раздрай. Вот они будут улыбаться друг другу, говорить клятвенные вещи, но при этом будут очень огромные такие, очень сильные междоусобицы, которые будут отражаться и на местном населении. В данном случае, скажем, Талибан мог бы в качестве модели взять, скажем, модель Саудовской Аравии или Эмиратов.
богаты страны, которые, значит, как-то сумели наладить гражданский, так сказать, мир в своей стране. В Саудовской Аравии 30 миллионов населения. Их больше, чем, скажем, чем в Казахстане. 30 миллионов – это большая страна. 30 миллионов Саудовской Аравии. Но страна, в которой нет каких-либо социальных конфликтов. И не ожидается, кстати. Почему? Потому что они добиваются очень сильных успехов в социальной политике. Почему постоянно у нас говорят про Саудовскую Аравию, про Эмираты. И если найдется умный талибан, который скажет, давайте возьмем за основу арабскую модель. Может быть, что-то у них получится. Но в любом случае победа талибана – это начало нового и большого конфликта. И этот конфликт далеко не за горами. США, я вначале же говорил, что они сделали такой ход, они как бы отдают России раздираемую страну, с которой невозможно сладить. Там у них и межэтнические, и межрелигиозные конфликты были и остаются. Они абсолютно не прекратились. Это такая кровоточащая рана, значит, вот своеобразная. И, на мой взгляд, России и Казахстану в данном случае надо подальше держаться от талибана. Дружить, вести переговоры, но никаких таких близких контактов на таком уровне. И ни в коем случае не влезать в их внутренние дела. Если какая-то сила, как советская армия в свое время, влезет в Афганистан, эти кланы тут же объединятся. У них появится общий враг. И у них будет общая задача, и они будут биться до конца. Они будут биться до конца из-за фанатизма, из-за наркотиков и так далее, и так далее. Поэтому, значит, любая умная страна, так сказать, не должна туда вмешиваться. А то, что великие державы, в том числе как Пакистан, там, Китай и другие страны, туда активно влазят, в этом сомнений нет. И будут влазить, кстати. Но мне кажется, в Талибане об этом знают. Другой вопрос. Я не знаю, так сказать, их лидеров, я не знаю их программы близко, кстати. Но не вижу среди них ярких лидеров, и их наверняка не будет. Скорее всего, у них будет руководство, какой-то такой, знаете, коллегиальный совет у них будет. Типа Шураи, или как там вот они называют его так. Совет будет. Не какой-то президент, не какой-то единачальник. Вот, видимо, такова будет вещь. Большевиков же не признавали, их считали людьми, которые совершили переворот. До 21 года, да, до Лозаннской конференции, я не исключаю вариант, что и талибан может быть признан. Большевиков же признали. Потом 70 лет, правда, боролись. И история талибана, я еще раз повторяю, она в такой малой форме, она повторяет путь большевизма, кстати. Но Афганистан, в любом случае, имейте в виду, для нас, для Казахстана, представляют очень большую проблему. И вообще для сопредельных государств. Почему? Это не только наркотрафик. Он представляет угрозу, потому что миграция населения из Афганистана, у них очень быстро растет население. У них очень высокая рождаемость. И афганцы, которые сейчас потоками пошли в Европу, в Соединенные Штаты Америки и так далее, и так далее. Я вполне допускаю, что завтра хлынут сюда. Обездоленные, вооруженные или невооруженные, там, кто как прорвался через город. Но афганская миграция в Средней Азии, она будет, конечно, заметна. И здесь нам надо будет, нашим властям надо будет начеку, нам надо будет очень относиться к таким серьезным угрозам. Идеологические угрозы, миграционные угрозы, наркотрафик, экономические угрозы, они вполне осязаемы. В Казахстане, кстати, есть определенное число афганцев, которые здесь давно живут. Ну, лет 15-20, может быть. Они сюда переехали в основном, когда разваливался Советский Союз. Некоторые из них осели, переженились, там, так сказать, объединились с кем-то. Но они кучкуются. Они живут своими кланами. И, насколько я знаю, у них, так сказать, своя солидарность.
Вот. И, кстати, большая проблема для Европы. Мусульманские народы, которые проникают на территорию Европы, я там жил за одно время, уже больше 50 или там, 70 лет никто из них не собирается ни ассимилироваться, ни принимать веру, не принимает, скажем, культуру, скажем, европейских народов. Что в Голландии, что в Германии, что в Франции. Да, они граждане этой страны, но при этом они живут как бы мозаично, они живут своим миром. И такая же ситуация будет у нас, если, скажем, появится афганский анклав. Не думайте, что они тут же, так сказать, войдут в наш мир, примут наши ценности. Я в этом далеко не уверен.